Очередная проверка готовности сил и средств персонала и спасателей прошла на водоочистных сооружениях тракторозаводского района Волгограда. По легенде учений, на территорию пробрались диверсанты и вывели из строя технологическое оборудование, что в свою очередь привело к утечке хлора. Утечку будем устранять, используя оборудование водоканала, а именно установку штатного герметизирующего устройства «Колпак» на заходную арматуру, после чего будет контейнер транспортирован на сработку, установлен на весы, подключен технологическую схему. Помимо непосредственной ликвидации аварии, в задачи специалистов входило проведение эвакуации и оказание первой помощи условным пострадавшим. Также в рамках тренировки сотрудники водоочистных сооружений провели тестирование новых изолирующих противогазов. Подобные учения проводятся здесь уже не впервые. Ежемесячно в цехе проводится обучение, конкретно рассматриваются темы, по которым проводятся данные учения. Естественно, работники тренируются, и я так думаю, это уже в обыденность вошло. Так что замечаний к персоналу нет. Все участники тренировки со своими задачами справились. Достигнута главная цель подобных учений – отработать алгоритмы действий в случае реальной чрезвычайной ситуации. Ксения Колоскова, телеканал «Волгоград-1».